Микс, сотый матч, поздравляю тебя с победой. Какие впечатления от игры? Хорошо, что выиграли. Я очень рад, что команда поборолась, хорошо сыграли в атаке, так что и в защите. Один гол только пропустили, так что я думаю, что молодцы, все хорошо сыграли. За последние два матча ты набрал 3 очка. Можно ли сказать, что нашел свою игру? Нет. Надо, ну, по моменту есть. Надо еще забивать и отдавать очков, набирать для команды и для себя. Как бы. Так что еще есть, где могу повыше идти. Так что хорошо чувствую, но могу лучше еще. Как тебе играть в «Звене» с Вадимом Шабачевым, Дмитрием Яшкиным? Хорошо, отлично. Ребятам отдаешь, они могут все сделать, так что отдать может и сами что-то сделать, так что хорошо. Слушай, ну следующий соперник уже через день, «Динамо Рига». Для тебя матч принципиально важен? Конечно, свои ребята. Всегда интересно с ними играть, но не могу сказать, что мне очень хорошо против них как бы идет, но если буду в составе, буду играть, тогда постараюсь свою лучшую игру показать.